Центральный комитет КПСС и Совет министров Союза СССР горячо поздравили коллектив Саратовского завода технического стекла с досрочным вводом в эксплуатацию новых мощностей по выпуску полированного стекла. Досрочный ввод в эксплуатацию. За этими короткими словами стоит напряженный труд большого коллектива строителей, монтажников, эксплуатационников. Анна Петровна Морозова, сменный инженер-технолог, вспоминает. Вот так же 16 лет назад осваивалась первая линия. Это было тогда последним словом техники. Сколько лет на ней работали? Реконструкция производства даст огромный эффект. Завод почти утроит выпуск полированного стекла. В 3,5 раза повышается производительность труда и вдвое снижается себестоимость. В 4-м году пятилетки коллектив борется за получение 500 тысяч квадратных метров стекла дополнительно к заданию.